В новый сезон под новыми парусами Центр парусного спорта Омской области ждет реорганизация. Сейчас со своими задачами организация не справляется, так считает руководитель регионального Минспорта. Балансовая комиссия и счетная палата проверили работу бюджетного учреждения, а выводы не в пользу яхтсменов. За олимпийский цикл на базе центра не были воспитаны мастера, которые вошли бы в сборную страны. Высокие спортивные звания за последний год получили только 2 человека, да и то по водным лыжам. Еще один человек подтвердил звание кандидата в мастера спорта. Данный результат при финансировании в несколько десятков миллионов рублей признан неудовлетворительным. И в будущем учреждение ждет реорганизация, которая не коснется детских секций. Желающие смогут продолжить занятия на коммерческой основе. Бюджетное учреждение, которое имеет госзадание, которое имеет в уставе цель и задачу подготовку спортсмена высшего спортивного мастерства и не занимается этим, а фактически занимается другой деятельностью. Так вот, мы говорим, значит, о легализации этой деятельности, которую учреждение ведет, но на других условиях. Не надо при этом требовать и ожидать от того, что бюджет будет кормить учреждение, которое имеет сегодня все для того, чтобы работать на условиях автономной организации.